Так, ну что, всем привет, с вами Игра Битыко, с вами сегодня только Котяра. Народа себе в компанию не нашел. Вот, так что будем продолжать играть StarCraft. Проходить компанию зергов, и попутно я буду кушать. Надеюсь, это никому не помешает. Вот. Ну что, видно, слышно? Надеюсь. Славик, иди спать, ты спать хотел. Так, что это такое? Если не хочешь спать, пошли ко мне. Так что, трансляция идет? Или нет? Тишина. Должно все идти. Или нет? Так, народ, не молчим. Давайте. Ну и все сразу все молчат. Трансляция идет, народ молчит. Окей. Все, ну что, тогда поехали. Компания зергов. Продолжаем. Будем смотреть много роликов, пока я ем. Ну, все возможные. Привет, привет всем. Забежал в KFC, взял себе курицу. Я буду кушать. То, что некоторые из матерей стаи переходят на нашу сторону, это хороший знак. Интересно, почему они хотят отказаться от своей независимости? Возможно, не все они хотят править роем. И возможно, они понимают, что в большой стае безопасно. Много поговорили. Что за навязчивая идея собирать эссенцию? Это путь к выживанию. Она делает тебя сильнее. Сила — это ловушка. В нее попались главы стай. Если дело не в силе, то зачем тебе эссенция? Эссенция позволяет меняться, выживать. Пока собираешь, живешь. Остановишься, погибнешь. Так, давай еще ты поговори. Чем вы здесь занимаетесь? Изучаем Луну. Пытаемся выяснить, можно ли изменить скорость ее вращения и улучшить климат. Понимаешь, мы обычные колонисты, а ты убиваешь нас. Если я оставлю вас в живых, вы тут же призовете золотую армаду, и тогда мне конец. Убить тысячи, чтобы спастись самой. Это твое оправдание. Я не пытаюсь найти оправдание. Здесь нет правых и виноватых. До этого протосы убили миллиарды зергов. У всех нас руки по локоть в крови. Может быть, твои в крови только по запястье. Но это не отменяет того, что мы обе убийцы. Так. Ну все, говорить больше негде. Протосы запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие, но время уже на исходе. Угу. Все, поехали. Один из ваших кораблей покинул планету. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой Армады. Ты умрешь быстро. Мне не нравится это. От чего? От убийства моего народа? Что я сделаю с тобой? Ой. Она все-таки может откладывать личинку. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не смогут помочь тебе, потому что я
блокирую их способности. Нет! Нет! Но если я сниму защиту... Нет! Не телепортируйте меня! Нет! Поздно. Я ты уже там. Ты позволила Кронусам забрать ее? Она станет их смертью. Окей. Курица шикарная. Только жалко, соуса не взял. Будем так есть. Да, напоминаю, завтра днем будет стрим. Часа в 3-4 где-то. Славки сейчас нету, но в чате. Я сегодня один. Может, Рыжик подвалит еще. Тогда пригласим ее. Я должна предупредить тамплиеров. Пробудись. Слушай внимательно. Отложил лечебку. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Будь осторожна, да? И выполняй мои команды. Протосом пипец. Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого. Угу. Окей. Побежали. Что делать? А теперь ступай. И породи потомство. Хорошо. Все хорошо, свободны. Отлично. Он ушел. Убей своего хозяина и двигайся дальше. Бежали. Часовой, спрячься за дымовой завесой и подожди, пока он скроется. Бегу, бегу. Мне нравятся продавцы. За то, что у них фотонки стреляют по земле и по воздуху. Это очень удобно. Личинка. Мимо этих зелотов тебе не пробраться. Заберись в Урсадона и убей их. Это Урсадоне поразит Сергея. Протосы считают, что некоторые животные на корабле заражены вирусом зерга. Они правы. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. Давайте быстренько. Лавка не придет. Рамка сегодня не стримит. Сегодня стримлю я. Никто не увидит. Мутируй. Расти. Нечего не дам. Чубать, нет, не дам. Да. Все. Отложи его личинки. Вырастить свою стаю. На корабль проникли зерги! Войны!
Какие зерги? Нету зергов. Вас обманули. Привет, Анька. Так, вроде в закопанном виде они быстрее лечатся, насколько я знаю. Угу. Батя, что творишь? Вот куда я иду. Так, все или нет? Этот корабль сгорит. Да, я не упал. Никто не выживет. Как пожелаешь. Так, направо, налево, налево. Охота продолжается. Сломите их защиту. Рой ничто не остановит. Быстро, 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 быстро. Дай не бить. Проход дальше по своих этой трубе. Вперед. Так, по трубе? Окей, по трубе. Как так. Пожелаешь. По трубе. Типа, если тебе ничего не дам. Я стала слишком велика для этих шахт. Но мои зерглинги без труда. Жирная просто. Как-то не стыдно. Механизм убегает щит. Окей. Бежать некуда. Щит больше не преграждает мне путь. Вперед! Да? Да, продолжается. В этой части корабля чувствуется сильное энергетическое поле. С чем это связано? Не знаю. Тебе лучше знать. Опять в дырку лезть? Блин. Ну ладно. На славу Роя! Так, сколько у меня сейчас? 125? Несомненно. На славу Роя! Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакураса. Так, фотонка, какого хера тут делать? Сейчас мы здоровье немножко подкопим. Здорово, блин. Славик, ты спать хотел. Либо спи, либо иди сюда. Давай сюда топай. Мы тебя ждем. Ага, ты чё?
Все, находим. Успели? Надеюсь. Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую что-то в следующем отсеке. Авария. Отказал источник энергии. Вывожу воинов из состояния стазиса. Смолль. Так нечестно. Наше время приказов. Какой ты вопрос задать? Как пожелаешь. Я тебя вижу. Несомненно. Бежать некуда. Мы повинуемся. Почему? Окей. А Колюш мы уже спрашивали. Может кто в чате вопросы задать, да? Плачет, наверное. Сейчас добавлю. Тебе надо перейти на следующую ступень. Скоро тебя ждет последний бой. Нельзя дать им убить Урсадона. Ковнюки. Убили.
Слушай, не знаю, я проходил вот эту последнюю миссию без стрима. Или не эту, потом еще играл. Но особо я один не проходил ничего. Я так заглянул, что здесь так есть, и, собственно, сразу задумал с ним был. Вообще с бухты барахты. Протосы собрали большой отряд. Подготовься к атаке. Окей. Да, я слышу. Наше время пришло. Все проходим, господи, народ. Не толпимся, не проходим. Больше этот корабль не продержится. Готовьте спасательные капсулы. Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили. Протосы не должны доставить весь наш Акурос. А что я могу сделать? Я так тороплюсь. Уничтожаем быстро. Нас никому не победить! Мы пожертвуем своими жизнями ради Кхалы! Окей. Конечно, пожертвуйте! Наше время пришло! И что нам надо делать? Да, веди мою тайну, я слышу! Наше время пришло! Молодец! А, все! Я победил. Так. Все протосы мертвы, моя королева. Моя королева, ты слышишь меня? Да никто не может. Ну ладно. Мы остались одни. Не хотите, не надо. Королева клинков поставила перед нами одну цель. Уничтожить протосов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить. Да, Славка не выдержал. Это для него был предел. Где мои сигареты? Давайте слушать, кто все говорит. А! У тебя. Протосы. У них сильная эссенция. И думать забудь. С них ты ни капли не соберешь. Дехага. Тот, кто собирает. Я даже не знаю, что сказать, Алиса. Но здесь есть существа, которых ты даже не можешь себе вообразить. Я не воображаю. Это не помогает в сборе эссенции. Так. Дальше ты. Дело сделано. Золотая армада никогда не узнает, что мы здесь. Хорошо, что этого протоса больше тут нет. Было сложно терпеть. Народ, вы это кончайте, а? Она умерла. Что за вакханалия начинается? Давайте без этого как-нибудь. Какая разница, как она умерла? Я убью любого вставшего на моем пути. Но это не значит, что мне нравится убивать. Леша, только без скринов, пожалуйста. Неужели даже смерть
королева. Замолчи, Иша. Да так ни о чем. О своем. Так, кто с ним поговорит? Ты поместила паразита в тело Протоса? Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протосов нельзя заразить, но можно внедрить чужеродные организмы. Происхождение паразита неизвестно. Я тоже что-то придумал. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. Так. Так, эволюция. Подвид таракан готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протосов. Проводимые эксперименты полезны для роя. Нужно уничтожить протосов, получить результаты экспериментов, улучшить рой. Написано Алиса. Эль будет Алиса. Или Элис. Ну, пожалуйста, администратору. Окей. Просто Элис. Планета Кантор. Обнаружена секретная база протосов. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка – опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? Давай-ка. Может, дадите мне поуправлять, а, народ? Дайте я буду играть. Паразиты внедряются в хозяина, затем вырываются из его трупа. Эссенция должна достаться нам, не протосам. Где звук? Звук, давай. Где у меня выкопаться? Так, эссенция есть. Эссенция получена. Интегрирую генетический код паразита. Подвид трубовик вживляет труплинга паразита. Вылезает из вражеского трупа. Окей, побежали. Вперед! Не щадите никого! Как скажешь, моя королева. Вот. Продукты. Пусть трупинги первыми атакуют противника. А удобно. Аня, наверное, это было не мне сказано, я так думаю. Нарисовано-то оно нарисовано. Так, больше антуража дается нигде. Вот, ну давайте быстрее, а. Не играть сейчас уже. Протосы уничтожены. Эссенция многоножки по.
Что она еще делает? Многоножка. Планета Мелус-4. Среда стимулирует эволюционное развитие. Ну, Анька может подсчитать. В прудах развиваются микроорганизмы. Поколения тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали. И чего они делали? Выжившие адаптировались, вступили в симбиоз. Новый подвид кислот готов к бою. Я чувствую присутствие протосов. Посмотрим, каковы эти новые тараканы в бою. Ну так что они делают, эти тараканы? Подвид кислот. Едкая слюна покрывает противника, замедляет движение, всё замедляет атаку. Механизмы не работают. Не могу атаковать. Когда у них все равно убьет. Нет, это первый вариант мне больше нравится. Улучшение таракана. Подлечимся немножко. Пойдем дальше. Все, пошли дальше. Выкапываемся. Только не умирает. Да, вот так. Это лучше. А, все, вспомнил. Я тут это играл. Тяжело двигаться. Так, подлечимся. Победил. Закатываемся. Подвид кислот готов. Протосы уничтожены. Нужно подготовить генетический код. Давай. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Ну что, народ, проголосуем? Кого берем? Того, куда делают сразу двоих, убивает персонажа. Или этого, который замедляет. Аня, мы не по красоте бежим, а потому, чтобы было на силу. Так, слева, значит, да? Лёш, ты левого имел в виду или правого? На силу. Ладно, уже двое лево. Давай. Эту эволюцию уже не применять никогда. В смысле, за эту компанию. Так, ну все. Теперь играем дальше. Автоматически.
Галактический корабль тиранов запустил в нас тысячи таких устройств. Но это не оружие. Это коммуникатор. Это таракан. Лево клинков. Славик, это таракан. Я знал, что ты вернешься к своему истинному обличью. Обличью монстра. А теперь ты сделаешь то, что я тебе скажу. Если тебя вообще волнует судьба Джима Рейнера. Он живой? Делаем. Мы направим нашего Левиафана в пространство Доминиона и начнем поиск тиранского корабля Гиперион. Ты хочешь, чтобы они помогли нам найти тирана Джима Рейнера? Ага. Мы уловили странный псионный сигнал. Он исходит от зергов, не связанных с Роем. Я знаю, что ты хочешь свергнуть Менгска. Его главное оружие — это гибриды. Вот координаты лаборатории, где их выводят. Встретимся там. Если Доминион контролирует гибридов, то наше вторжение на Кархал обречено. Нужно уничтожить эту лабораторию. Давайте, мне лучше это очень нравится. На кораблике. Так, я обожрался курица. Псионный сигнал не поддается классификации. Керриган, что с тобой стало? Как? Нет времени. Слушай внимательно. Джим жив, но я не могу найти его. Зато ты можешь. Взломай сеть Доминиона и определи, где его держат. Как мы можем верить ей? Валерия, если есть хоть малейший шанс спасти Джима, я отправлюсь за ним. Взломать защищенную сеть Доминиона будет непросто. Только один человек способен на это. Полковник Роун. А его держит в плену Мирахан. Капитан наемников? Кажется, это ваша подруга? Не совсем. Там все сложно. Не будем об этом. Найди его, Мэтт. Мы оба перед ним в долгу. Ого. Так, я не понял, я что, за тиранов играть, что ли? С кем говорим? С тобой. Мы прибыли в сектор Доминиона. Наша цель — секретная лаборатория? Пока нет. Сперва мне надо кое-что сделать. Какие преимущества это нам даст, моя королева? Сказать Аматуру, чтобы он готовился собирать новую эссенцию? Помолчи, Иша. Это личное дело. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но я должна попытаться. Давайте только вы не тут будете любить друг друга, хорошо? Похоже, я еще не полностью овладела искусством видения. Почему, Загар? Потому что я не понимаю, какова стратегическая цель пребывания здесь. Здесь нет эссенции и врагов. Но я знаю, что ты обладаешь видением, и за всеми твоими действиями что-то стоит. У меня собственные причины быть здесь. Моя королева, ты можешь скрывать от меня правду, но я все равно обучаюсь. Кто следующий будет?
Ника Свай, следующий. Но я уверена, что этого ты понять не сможешь. Так, ну что, поехали дальше. Для взлома защищенной сети Доминиона нам нужен лучший дешифровщик. И это полковник Орден. К несчастью, его держит пленником Мирахан, известный как один из самых психованных главарей наемников. Угу. А мы с ним вроде общались, когда играли в Тирана. Или, может, я ошибаюсь. Дальше Гипериодом управлять буду. Мирахан, это принц Валейн. Вы слышите меня? Слышу тебя, принцесса. Я знаю, ты там с Мэтью. Дай-ка его сюда. Вы забываетесь, наемница. Здравствуй, Мира. Мэтью, ты не звонишь и не пишешь. Мне кажется, ты совсем забыл меня. Нам нужна твоя помощь. Мы знаем, что полковник Орден у тебя. Только он может взломать защищенную сеть Доминиона. Ну, конечно, милый. Но только с разрешения Джеймса Рейнера. Джима сейчас здесь нет. Как жаль. Значит, я не могу освободить полковника. Послушай, Мира. Без Орлана нам не спасти Джима. Просто отдай его нам. Дорогуша, для наемника нет ничего важнее репутации. Я передам пленника только моему клиенту. И даже твои дьявольские обаяния и настойчивость тебе не помогут. Прости. Ну, давайте. Диверсия в астероидном поле заставит Миру обратить на нас внимание. Для этого придется разрушить ее основную базу. Я даже не хочу думать об этом. Нам нужна собственная база. Недалеко одна из баз Мира. Если мы разобьем ее, то сможем развернуть нашу станцию на ее территории. Что, мы за тиранов играем? Странно. Капитан Гипериона служит. Что за воздушные базы? Легко и просто. Курс проложен. Сенсоры засекли сигнал станции Мира. Можно начинать. Подтверждаю. Ну, идем. Лечу к месту назначения. Привет, ребятки! Это астероидное поле слишком плотное. Придется сделать короткий прыжок. Чудно! С помощью прыжка также можно быстро выйти из боя. К месту назначения. Легко и просто. Гляжу оба. Крейсерская скорость. Координаты получены. Да. Подтверждаю. Этот район патрулируют истребители Миры. Слишком много целей для наших основных орудий. Но мы можем послать туда тактическое звено. Это уравняет шансы. Крейсерская скорость. Координаты получены. Человек не умеет телепортироваться. Видишь эти сторожевые башни? Они бьют на большое расстояние. Да так, что мало не покажется. К счастью, наши дальнобойные Ямато еще мощнее. Легко и просто. Угу. Будет сделано. Легко и просто. Это ремонтный робот. Он может мгновенно отремонтировать Гиперион и пополнить резерв истребителей. Вижу оба. Координаты получены. Покажем вам, на что хорошо. Лечу без назначения. Координаты получены. Я победил. Отлично. Теперь мы можем использовать эту базу для производства автоматизированных истребителей. Как только очередная эскадрилья будет построена, база направит ее против кораблей Миры. Может, просто поговорить с Мирой? Здесь так дела не делают, смотри. Опа! Огненные мины! Они могут серьезно нас потрепать. Правда,
Или прыгнуть в крайнем случае. Я прослушаю, что от меня хотят. Курс проложен. Так, это что за база? А, да, автоматом посылают. На связи. Будет сделано. Проверка связи. Прием. Здесь есть минералы. Нам не помешают ресурсы. Добудь эти минералы, и я смогу модифицировать Гиперион. Легко и просто. Сенсоры указывают на большое скопление минералов неподалеку отсюда. Но там повсюду магнитные мины. Лежу. Лечу к месту назначения. Координаты получены. Подтверждаю. Так. Проложен. Крейсерская скорость. Да, но эти мины не опасны. Давайте участвуем. Легко и просто. Крейсерская скорость. Прекрасно. Сенсоры показывают, что мы собрали все минералы в этом районе. Угу. Подтверждаю. Будет сделано. Лежу оба. Лечу к месту назначения. Так, ничего я умею. Модификация завершена. Говори, что еще нужно улучшить. И я найду способ. Главное, чтобы были минералы. Сенсоры засекли килмарийских горнодобытчиков. Похоже, у них отличная оборона. И боевой корабль Капитолий. Нам не обязательно связываться с ними. Да, поздно. Но у них могут быть ценные ресурсы и оборудование. Начинаю мой. А, мы про этих говорим. Ну тогда ладно. Ой, за денег нет. Блин, задевают. Координаты получены. Легко и просто. Угу. Будет сделано. Лечу к месту назначения. Я натворил. Ну все, мы победим. Что дальше? Ради этого рабочего? Ух ты! У них есть генератор электрического поля. Эта штуковина может на время вывести из строя вражеский корабль. Давайте же скорее установим его. Все готово, Тарапыга. Я уж постарался. Тарапыга. Координаты получены. Заряд использовал. Чужих. Будет сделано. Точнее, без своих. Чтоб чужие боялись. Лечу к месту. О, Мэтью, мне так не нравится, когда мы ссоримся. Может, оставите вас наедине. Спасибо за поддержку. Сейчас будет жарко. Будет.
Так, я победил. Отлично. Продвигаемся дальше. Мэтью, это очень грубо с твоей стороны. Полностью автоматизированные базы обходятся недешево. Я случайно? Минералы. Это надо. Что за прогресс? А, это вот эти. Координаты получены. Продолжим. Убегаю. Легко и просто. Народ спит. Ну это какая-то херня, они. Координаты получены. Лечу к месту назначения. Будет сделан. Продолжим. Координаты получены. Новый уровень. Похоже, больше. Минералов здесь нет. Да неужели? Теперь он стал еще мощнее. Можешь не благодарить меня. Сделано. Подтверждаю. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Крейсерская скорость. Координаты получены. Не лагает ничего. Легко и просто. Все идеально. Подтверждаю. Будет сделано. Боевой вылет. Координаты получены. Крейсерская скорость. Сильно-сильно? Подтверждаю. Замечаемо. Я могу перезапустить стрим. Если только. Давайте попробуем. Тогда делаем вот так.